самого утра у столов для пула не было свободных мест. Пока одни спортсмены только готовились к выступлениям, другие уже пробовали свои силы на соревновательных площадках. Турнир объединил в клубе «Старт» 8 команд. Это представители Бреста и Минска. Среди участников как титулованные профессионалы, так и любители, совершенствующие свои навыки и мастерство. Мы уже не раз ездили в Минск, играли, и теперь мы к ним сначала ездили по этой дисциплине пул восьмерка. И на данный момент они приехали к нам. Учимся, конечно, вместе, смотрим, как другие играют, наблюдаем. Это тоже идет обмен опытом. И интересно вообще, интересно, потому что люди разные, психологическая нагрузка идет тоже разная. Ну и тактика, стратегия. Само собой. В этот раз честь города над Бугом отстаивали 5 брестских команд. К соревнованиям, несмотря на личную занятость, спортсмены активно готовились. Причем отрабатывали не только известные простые комбинации, но и свои особые. Когда узнаешь про соревнования, естественно, уделяешь время к подготовке, тренируешься. Вот на этой неделе, например, я каждый день ходила, по час, по полтора играла. Турнир между брестскими и минскими командами получился насыщенным и интересным. Да, не все было так гладко, однако учится только тот, кто пробует. Дружба между бильярдными объединениями только крепнет. А значит, будут новые соревнования, новые интересные встречи и, конечно же, новые совместные проекты. Турнир, симбиоз такой вот команды, это тоже, скажем так, не совсем новая практика. Их хватает в командных турнирах, есть разного формата командных турниров. Есть вот, мы выбрали 3-3, есть 5-5 командные турниры, мы проводим у себя в городе. Пытаемся международников все подтянуть. Поэтому, если мы запустим этот турнир, и он нам понравится, то в следующем году мы постараемся его больше сделать, масштабнее. Возможно, не только Брест будет включен, возможно, Витебск, Гомель, там, Могилев. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Буг ТВ».